Ну, мы в первую очередь стремимся к тому, чтобы создать более комфортные условия проживания в этих городах-спутниках. И понимаем прекрасно, что создание таких более комфортных условий для проживания, они, конечно, связаны в том числе с понижением этажности. Мы сейчас пересматриваем генеральные планы, будем менять свои подходы, уделять больше внимания понижению этажности и строить больше такого жилья. Понимаем, что города-спутники сами по себе без развития вот этой транспортной составляющей, развить их невозможно. Таким образом, разработан план мероприятий, он утвержден вице-премьером, назначены ответственные исполнители. В этом плане мероприятий, если коротко говорить, выявлены вопросы, которые требуют доработки, реконструкции там, каких-то пешеходных связей, реконструкции, например, самих остановочных пунктов, закупка состава в том числе. Эти мероприятия подтверждены исполнителями, и в настоящее время решается вопрос о постепенной их реализации. Я думаю, что, по крайней мере, мы не видим каких-то таких серьезных проблем по этому вопросу, и транспортная составляющая будет развиваться. Нами разработаны первоочередные мероприятия, которые, естественно, требуют в том числе финансирования, определенная сумма, необходимая для начала выполнения работ. Так, в частности, это инфраструктура в Смолевичах, это строительство детского сада, школы среднеобразовательной в Смолевичах. И для начала выполнения работ мы попросили первый транш от горисполкома в размере 3 миллионов рублей. И свои деньги мы тоже направляем на начало реализации вот этих проектов.